подвести. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливаем. Лучше поторопись. Почему все время идет дождь? Я могу от... Что тебе нужно? А ты не приносишь в дом ничего. А что я должен делать? Вступить в коллегию и кичиться тем, какой я крутой маг? Дай-ка угадаю. Кто-то украл твой сладкий рулет. Проксир, конечно. Выпить. Куда еще я могу пойти? Прости, но ты не мог бы описать запах? Воняло так, как будто какое-то ужасное чудовище сначала вывернуло наизнанку, а потом разорвало. Что ты натворил? Это был небольшой просчет. Я уже исправил его, больше не повторится. Вот поэтому... Если ты хочешь выпить или поесть, только скажи. Коллегию, не Лосар. Я больше не занимаюсь поступающими в коллегию, так что не утруждай себя вопросами. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Нет. Боги, давно уже нет. Я уехал из Винтерхолда на несколько лет, а когда вернулся, то поселился в таверне. Они его не обижают. Я все еще занимаюсь наукой, а проживание в Винтерхолде позволяет мне поддерживать контакт с бывшими коллегами. Ладно. Мои дни в коллегии давно прошли, но я предпочитаю все-таки не уезжать далеко. Мы с тобой чем-то похожи. Это здорово, что мы встретились. Если ты так хочешь.
пошли. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего разбойничьего налета. Кто там? Меня так просто не убьёшь. Thank you.
Азура предсказала твой приход, странник. Не любопытство, но сама судьба привела тебя сюда. Азура даровала мне предвидение. Видение того, как ты поднимаешься по этим ступеням к алтарю, снизошло на меня задолго до твоего рождения. Тебе суждено стать ее верным воином. Я знаю, это неожиданно, но не тревожься. Все случится так, как она предсказала. Ступай теперь в крепость, которой вода угрожает, но не касается. Внутри ты отыщешь эльфийского мага, способного самую яркую звезду сделать чернее ночи. Эти слова звучат загадкой, я знаю, но Азура не ошибается. Полагаю, крепость, о которой идет речь, это Винтерхолд. Спроси, знают ли они там эльфа-колдуна. Определено, и каждому из нас надлежит сыграть. Пойдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Мне все равно, сколько коллегий они построят и сколько земли окажется под водой. Я переживу их всех. Я продаю почти все, что угодно, если мне это выгодно. Помни об этом, хорошо? Тебе известно, что Винтерхолд когда-то был сердцем... Я так понимаю, Эрис опять играла в охоту на эльфа. А теперь это так, по крайней... Это просто детская игра. Не стоит волноваться. Я кручусь, так что мы пока держимся. Что значит, не стоит волноваться? Да уж, раз на я брата хочу, полагаться нечего, в такие приходится игры. Все делать самой. Ладно, ладно, я с ней поговорю. До встречи. Немногие хотят это признавать. Но мы-то знаем правду о великом обвале. Сколько ты сегодня потратил наших денег, Ранмир? Что-то осталось? Или все пропил? Я больше не занимаюсь поступающими в коллегию. Так что не утруждай себя вопросами. Кто тебя послал? Коллегия? Ярл? Мы же договорились, что вопросов больше не будет. До встречи. Мои дни в коллегии давно прошли. Но я предпочитаю все-таки не уезжать далеко. Между мной и Дагором полное взаимопонимание. Он обеспечивает мне уединение, а я стараюсь, чтобы его таверна не... Прошу прощения, ты не слышал громкого шума вчера ночью? Похожего на... взрывы. Нет, точно не слышал. Ты просто так спрашиваешь, или... Нет, нет, видимо, кое-какой эксперимент не удался.
но, очевидно, без особых последствий. А. И мне нужно ожидать. О, я очень надеюсь, что нет. Это было бы очень нехорошо для моих исследований. Говори быстрее. Кто тебя послал? Коллеги? Ярл? Мы же договорились, что вопросов больше не будет. Ты служишь Даэдра? Ну-ну, смешно. Что дальше расскажешь? Историю про Арганианскую деву и похотливого барона? Это наша таверна. Они его не обижают. Как я понимаю, его... Пару монеток за мою душу? Ты хоть понимаешь, насколько это смешно? Что тебе известно о камнях душ? Я и не ухожу от темы. Речь пойдет как раз о камнях душ. Они служат для зачарования, а потом разбиваются. Все, кроме одного. Звезда Азуры. Дейдрический артефакт, способный пропустить сквозь себя сколь угодно много душ. Некоторые из нас захотели понять, как такое возможно. Я тогда работал под началом Мейлина Варена. Если бы только мы знали в ту пору, что он на самом деле задумал. Мейлин хотел изменить звезду. Он умирал от недуга. Он думал, что сможет поместить свою душу вовнутрь, стать бессмертным. Это свело его с ума. Ученики начали умирать. Думаю, в конце концов, коллегия исключила его из своих рядов. Он забрал нескольких верных последователей и скрылся с ними в глубинах Иленал. Послушай, мне нет дела до того, кто поручил тебе найти звезду. Но не возвращай ее Азуре. Даэдра — это зло. Это они свели Мейлина с ума. Я уже говорил, что звезда — это камень душ, который можно использовать повторно. У этого артефакта есть еще одна особенность. В звезду можно помещать лишь белые души, принадлежащие низшим созданиям. Магия Азуры не позволяет черным душам проникнуть внутрь. У Мейлина, как у любого смертного, черная душа. И потому одной из целей его работы было обойти законы Азуры. Он был уже на грани. В общем, я тебе уже рассказывал. Азура не просто Даэдра. Она повелевает целым царством в Обливионе. Чем больше Мейлин трудился над звездой, тем сильнее Азура на него влияла. Все началось незаметно. Мейлин стал видеть то, чего никто больше не видел. Потом принялся кричать на учеников за какие-то слова, которых те не говорили. Как-то раз я зашел к нему и увидел, что Мейлин убил ученицу и в приливе кошмарного вдохновения использовал ее душу для своей работы. Корьер опять жалуется на наших клиентов? Ну и что? Это наша таверна. Они его не обижают. Как я понимаю, его... Коллегия бы с тобой согласилась. Но ты представляешь, сколько невинных жизней было загублено? Только чтобы Азура смогла отомстить.
Для Даэдра мы ничто. Пешки, которые можно двигать, хвалить и наказывать как угодно. Ладно. Мне все равно, сколько коль... Известно. Не стоило сюда приходить.
еще откуда. Кто там? А ты еще откуда?
Кто там? Что ты можешь?